И всем привет, ребята, с вами снова я, Галкипер, и сегодня это вторая серия нашего летсплея по Майнкрафту. И в прошлой серии мы с вами сделали два стейка, которые такие и как бы не съели. Вот, ребят, сейчас пододвину поближе микрофон, чтобы меня было слышно, а то в прошлой серии меня, наверное, было слышно плоховато, да? В общем, что? Так, пяу-мау. Ну вот у нас дождик тут за окном. Не понял, сейчас ночь или день? Так. И мы должны съесть два стейка. Но не только мы сделаем в этой серии. А представляете, если были такие серии на ютубе, просто съесть два стейка. И... Ой, куда я? Так надо. О, сейчас сердечки начнут восстанавливаться. Все. Помните, когда в прошлой серии нас, короче, мочил скелетон? Вот. И мы потратили немножко жизни. Наш персонаж. Ну, давайте, пока дождь не кончится, продолжим копаться в нашей шахте. О, а я тут, оказывается, совсем недалеко ушел. Так, где кирка? Стоп, я ее что, не использовал? Какой-то баг. Странно. Не понял, где она. А, во. Сейчас мы. Долбим каменной киркой. Камня мы добудем много и вернемся домой. Наверх, то есть. Так, сейчас подправлю микрофон. Ребята, ой, он падает. Так, все. Ребят, теперь меня должно быть вроде как слышно очень-очень хорошо. Потому что я приподнял микрофон. Вот. Я просто сейчас смотрю на экран и смотрю на волны. Тут моя программа записи показывает, насколько хорошо слышно того, кто снимает. И... меня слышно очень хорошо, судя по волнам. Вот этой вот машины, да и это мое. О, все. Так, что делать? Бррр, идем дальше копать. Пиу. Так, все, дошли мы с вами до кирки. Короче, ребят, какой-то я сегодня странный, ну ничего странного нет. Я сегодня веселый. И, ребят, это вторая серия уже, вы представляете? И вот смотрите, до какого уровня мы уже дошли. Мы дошли до уровня каменных инструментов еще в первой серии. Ну, некоторые могут сказать, чего тут удивительного. Я в первый раз, когда я вот вернулся как бы домой со всех этих путешествий, и в первый раз увидел как бы настоящий Майнкрафт, я мог... нарубить дров, только до ночи успеть. А вот с вами я могу и это успеть. Жилище построить, как бы. Мы с вами, помните, за 15 минут построили, как бы, жилище. Здоровско. Так, слот. 9-й. Бам-бам-бам-бам. Может, нам стоит копать вправо? Немножко вот так порой.
сделаем, чтобы обширная шахта была. О, уголек, ребята. Здорово. Сейчас мы его добудем. И сможем скрафтить угольный блок, например. Так, где тут еще уголь? Это просто офигенно, ребята. Офигенно, что тут скажешь. Третий уровень опыта уже пошел. Что это было? Обычно, когда такой звук, начинают появляться враждебные как бы мобы. Это как будто предупреждение. Что лучше... Эй, куда ты? Блин, как тут включить автоджамп? Настройки. Персонализация скина. Настройки... Сетевой игры. Пакеты ресурсов. Настройки графики. Окей. Не знаю, как тут это все делается, короче. Я ничего не сделал. Пям. Давай. Просто вот так вот неудобно. Надо две кнопки одновременно зажимать в Майнкрафте Пита. У меня всегда автоджамп как бы стоял. А дождик наш идет. И посветлее вроде как стало. Что-либо. Блин. Когда он уже прекратится? О, а давайте мы с вами скрафтим каменный топор. И вообще О, прикиньте, я в двери. А как тут включить вид от третьего лица? Вы не скажете? Shift. О, я сел в двери. Ну-ка. Да нет. С моим персонажем все нормик. Просто я застрял в двери, и в P-Майнкрафте тоже бывает как бы баг такой. Так что нечему тут удивляться, как бы. О, смотрите, сколько камня добыл вообще, блин. Я жесткий парень. Так. Давайте накрафтим палок побольше. Так. Палки, ребята. Вот, нам 8 палочек должно как бы пока хватить. Теперь смотрите, как... Надо вспомнить крафт. Надо вспомнить, как крафтится топор как-то. О, я угадал, классно. 4 урона. А у нас с вами какой меч каменный? Ну, они практически не отличаются. Я думаю, вот этот деревянный топор уже... Эй, я его выбросил. Я думаю, деревянный топор этот уже стоит как бы в утиль отправить, в сундук пока. Пусть там пока отдыхает. Булыжники тоже можно сложить сюда. Это тоже. Так. Все лишнее выкладываем, ребята. Так, что еще тут? Гранит. А это у нас земля. Кстати, гранит нам пригодится для одного крафта и 31 уголь. Ну так, неплохо, в принципе. Ага. Дерево сюда. Лучше все сложить в сундук
Я оставить при себе только самые важные вещи. Так, дверки. Еду. Факела. Не понял. Не понял. Ничего не понял. Ладно. Давайте гранит тоже сложим. И надо бы нам поменять наш... Эй, ну надо тогда отсюда все забрать, блин. О, я придумал. Сейчас мы сломаем верстак. Так. Нам нужна кирка, которая в сундуке почти потрачена. Ну, окей, нам должно хватить. Как бы ее на то, чтобы просто сломать печку. Зачем я все ломаю, спросите вы? Да, сейчас увидите. Так. Блин. Ай. Вот. Та-та-та-та-там. Поставлю его пока. Ага. Дивите на сундуке. Так, можно взять отсюда парочку. Во. Во. Все, нам столько должно хватить. Крафтим новый сундук. И делаем из маленького сундучок побольше. Теперь все переносим наверх сундука постепенно. А, как же это долго! Бам-бам-бам-бам-бам. Пока я все это перекладываю, можно подумать, что нам можно вообще... как бы сделать дальше. Дождь, я не знаю, как выключается. Мы бы могли выключить дождь и выйти. Не, стоп, нам пригодится палка. И пригодится немного пыли. Нам нужно 3. Так, вот мы отделили. Так, эти булыжники кладем на место. Верстак. Тоже можно поставить на место. Вместо уголка вот так. А печку можно поставить вот сюда. Вот так вот все будет красивенько смотреться. Так. Я тут думаю, а что если нам взять доски и как бы упорядочить наш ход? Кстати, за окном ночь. Ладно, не буду выходить. Чё я? Дурачишка, что ли? Выходить ночью. Я вообще хотел... скрафтить каменную кирку новенькую для себя. Так, остальное сложим в сундук. Так, это мне пригодится. Все остальное пригодится. Так.
идем, спускаемся. Ага, вот. Мы остановились на нашем угольном божестве. Так. Что же нам делать-то? Ой, ребятули, как меня плохо слышно. Вот, теперь получше. Так. У нас заиграла музыка. Мы копаемся в шахте. Играет такая музыка, будто я тут несколько лет уже копаюсь. Что это за звук? А ладно. Криво факел поставил. Так. Мы с вами практически на улице не выходили. Мы вот сейчас весь выпуск провели в шахте. Так. Все окей, ёшки. Также хотел сказать, что у меня есть свой сайт, своя страничка ВК. Я влог страйка голкипер по-английски. Прям написано GALKIPER английскими. Вот, так что если меня встретите, наверное, будете очень рады. И, кстати, на моем канале добавилось 2 новых подписчика. Хотел заметить, что как-то я договорился с одним парнем из Блокстрайка, чтобы он подписался на мой канал. Подписался он и, наверное, девчонка тоже из Блокстрайка, с которой я как бы договорился об этом, вот. И, ребята, я думаю, мы сейчас будем прощаться уже с вами. Ой, куда я обратно? В шахту. Надо приподняться хотя бы домой. Блин, как я застрял. Ой, застрял. Засырял, хотел сказать. Ё-моё, я уже «ты» не выговариваю. Ну что это? За смех. Вот. Выкрутился. За смех. Смех это только смешно. Вот. В общем, ребят, я надеюсь, что вам понравилось. А если вам, конечно же, понравилось, то поставьте лайкусик. Подпишитесь на мой канал. Нажмите на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Ну а с вами был Голкипер. Всем удачи и всем пока-пока, ребята. Я вас очень люблю. Всем пока.